Особняк Ермилова в Шуе можно считать лучшим памятником эпохи модерна. Он выстроен в начале 20 века по заказу строительного подрядчика Александра Ермилова. Художественное оформление фасадов дома было выполнено на очень высоком уровне с использованием разных отделочных материалов – штукатурной лепнины, синей керамической плитки, художественной ковки. Со стороны площади отдельные входы особняка вели в помещение на первом этаже, сдававшиеся в аренду под учреждение. Срезанный угол дома и фланги на обоих фасадах выделены выступающими объемами, каждый из которых имеет оригинальное решение венчающей части. Угловой ризолит, где расположен главный вход в здание, переходит в высокий прямоугольный аттик. В архитектуре модерна сложился свой собственный художественный язык. Прообразом служила природа. На зданиях видна мягкость сочленения частей, отказ от геометрически четких форм. Отсюда любовь к извивающимся скользящим линиям, срезанным и скругленным углам. Над входом дома Ермилова первоначально находился балкон. Основа композиции фасада, обращенного к площади, крупное полуциркульное окно второго этажа. В недавнем прошлом существовали ворота и калитки с растительным орнаментом. Сегодня элементы оформления ограды утрачены.